Так, здравствуйте, с вами снова я. Сегодня у нас следующая серия восстановления. Это у нас боковая часть, там где динамик от ковра, от комплекта ковра. Собственно, вот я думаю, видно. Вот повреждение. Вот, ну и по сути еще вот тут вот есть. Тут. Но, собственно, показывать про восстановление ковра буду именно вот на этой части. Вот, на этой вот. Значит, чем будем восстанавливать? Восстанавливать будем стекловолокном. Вот я уже вырезал кусочек. Вот. И я буду использовать такой вот набор. Это Novel Plus 710 Repair Box. Вот. То есть там вот еще вот такой вот есть. Сразу же в комплекте это стекловолокно. И отвердитель. Зашить не получится, потому что вот эта вот внутренняя часть, она очень толстая. Вот, я попытался, у меня не получилось. Значит, как это будет все выглядеть? Я вырезал вот этот кусок чисто вот для вот этих вот двух мест. Для этого места я буду вырезать отдельный кусочек. Значит, эти два места будут делаться вот так вот. А вот этот кусок маленький, я его зачем вырезал? Как я думаю, видите, размер вставки вот этой вот, он совпадает вот здесь вот с шириной пореза. Здесь он у нас не совпадает. Вставка наша уже. Соответственно, я вот так вот, таким вот способом, ну или же вот таким вот, чтобы не выглядывать, просто сделаю латку небольшую. То есть, ну там... Посмотрю после, ну вот, вот так вот, например. Вот, собственно, если вы будете пользоваться данным методом, вот в этом вот месте, где вы проклеили, залатали, немного, конечно же, упадет эластичность ковра. Ну, собственно, потому что вы заклеите. Вот, но в данном случае ему как бы гнуться не нужно. Вот, да и все равно это лучше, чем порванный ковер. Вот. Но, кстати, согнуть, как бы сломать, можно будет, если что. Вот, ну, собственно, сейчас буду смешивать вот это смола. Буду смешивать смолу с отвердителем, мазать это все и приклеивать. Как намажу и положу первый слой, сделаю видео. Точнее, продолжение. Так, ну что ж, продолжаем. Вот я нанес первый и второй слой. Все. Также нанес сразу же отвердитель. Розовенький такой. Вот. Вот это сейчас все клеится. Вот эта вот часть. Сейчас я под нее еще латочку вырежу. И также буду все заклеивать. Вот. Потом вырезаю под эту латку. И таким же способом заклеиваю. В принципе, так по... ощущению, ну, клеится оно будет не сильно долго. Вот. Ну что ж, вот такой вот способ восстановления. Вот. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, может быть, на мой Инстаграм. И пока-пока.